можете делать. Вы имеете право отказаться от дачи каких-либо... Машину у меня забрали, поэтому на чем могу продолжить преступление? На чем я могу преступление продолжить, если это ДТП было у меня? Как я могу продолжить? У меня ни автомобиля, ни прав, ни загранпаспорта, ни паспорта. Ничего нет. Поэтому возражаю против слов сотрудника. А как вы можете объяснить, что у вас в крови, в моче обнаружен кокаин? Электроничный комплекс, скорее всего, повышенный кофеин в организме. Они не установили, что мне именно кокаин. Они установили приблизительно, что есть что-то. Непонятно что. Я вчера беседовал с сотрудником ГНК. Я рассказывал, что я выпил перед тем, как я ехал в спортзал. Я сказал, что, скорее всего, у вас повышенный кофеин в организме. И это показывает, как кокаин. Но это должны в лаборатории выяснить. Скажите, пожалуйста, с какой скоростью вы ехали? Я не могу знать. Не знаете. Но до момента перегрузки я притормозил, потому что там была камера на скорость. Я еще раз лично выражал от имени лица моего подзащитного соболезнования пострадавший, и только мы можем сделать это еще раз. И изначально все наши действия были направлены на попытку начать компенсировать ей вред. Скажем так, эмоциональное состояние семьи, понятно, не позволяет это сделать. Но вот коллега-адвокат обещал, что в понедельник будет исковое заявление подано следователю, и уже в рамках правового поля мы сможем выполнить свой гражданский долг в этой части возмещения морального вреда. Все остальное, еще раз повторюсь, это действительно очень сложные юридические дела, очень неоднозначные люди.